Меня зовут Саша. Это мне 13 лет. Я, ну, перешел в 5-й. Мой любимый предмет – это русский, математика, чтение. Я люблю фильмы «Аватара». То, что «Аватар» владеет всеми 4 стихиями. Меня радует, как бы помогать людям радует. Потому что мне так интересней. Ну вот, подметаю там, убираю, ставлю все стулья. Играть в футбол, там, в баскетбол, волейбол, хоккей, там, да. Кристиану Роналду, потому что он смелый. Так, смотрел на него очень много. Ну, тут интересно. Тут можно собирать малину, там, грибы. Играть в футбол, баскетбол, там, волейбол. Играть в салочки, в шашки. Есть. Но они также играют в футбол со мной, помогают мне тоже. Я хочу выпуститься, пойти работать на грузчика, завести девушку. Ну, не знаю, детей там. Моя девушка должна быть красивая. Глаза у нее карие, как у меня. У меня есть подружка Катя. Ну, мы общаемся с ней. СМСки пишем друг другу. Ей 13, как и мне. Ну, я хорошо рисую. Про лето особенно. Ну, и про весну там тоже. Ну, что мне дадут, я могу срисовать. Либо сам что-нибудь придумаю. Ну, погоди. Черепашки-ниндзя. Про них смешно.